Здрасте, накрасьте, меня зовут Анна Кравченко, и вы на моем канале. Сегодня я вам покажу, как затонировать брови в домашних условиях. Ну что, поехали? Мы будем использовать Color Brow Mask. Это продукт, который восстанавливает брови, ухаживает за бровями. А также в нем есть прямой пигмент, который окрашивает как волосинку, так и кожу. Это недолгосрочный эффект, он подойдет для тех, кому нужно, например, поддерживать окрашивание после процедуры моделирования и окрашивания бровей у профессионала. Либо если вы хотите в домашних условиях быстро придать вашим бровям цвет. Изначально нужно очистить зону бровей. Я буду это делать с помощью Detox Mousse. Также можно просто умыться, если вы делаете дома. Беру ватную палочку и наношу на брови. Далее смачиваю ватный диск водой и смываю. Маску можно сразу нанести на брови, но я хочу более четкий контур, поэтому изначально прорисую форму карандашом. Прорисовываю форму с помощью карандаша Dark Brown. Чуть-чуть не вышло. Это микроматик, но можно воспользоваться абсолютно любым карандашом. Главное, чтобы это был не карандаш для глаз, потому что он восковый, либо силиконовый, и через него будет плохо проникать маска. Если вы делаете в домашних условиях, можете прям выдавить на крышечку. И далее, либо ватной палочкой, конечно, очень удобно это делать кисточкой. И просто наносим на брови. Выдерживаем маску по времени 5-7 минут. Как раз в это время я сделаю себе коррекцию. Если вы делаете в домашних условиях, вы можете нанести маску на брови и, например, пойти принимать ванну. Потом смыли, и у вас уже готовы брови. Надо делать вот так. Если вы хотите сделать мягкое начало, то уберите его ватной палочкой раньше. Выдержали 6 минут и снимаем влажным ватным диском. И в конце закрепляем гелем. Можно процедуру делать каждые 2-3 дня. Это просто как уход для бровей. И бонус у вас цвет. Надеюсь, видео для вас было полезным. Всем пока!